6-летний Яромир Самкин только учится ходить. Из-за врожденной патологии сосудов головного мозга у мальчика постоянное кислородное голодание. Он перенес 3 инсульта. Как следствие, Ярослав почти не разговаривает, у него ослаблены мышцы лица, развиваются сколиоз и плоскостопие. Первый инсульт произошел в 1 год и 5. Ребенок ночью заплакал очень сильно, не смог встать в кроватке. То есть вот, ну, просто лежал и сильно плакал. Нас увезли в ДРКБ. Сделали МРТ головного мозга. На МРТ вот показало, что произошел инсульт. Через месяц инсульт повторился. Произошло еще более обширное поражение головного мозга. Тогда врачи обнаружили, сонная артерия мальчика не работает. Кровь в мозг почти не поступает. Яромира срочно прооперировали. Сначала восстановили кровоснабжение с левой стороны, потом с правой. У него системное недоразвитие речи первого уровня. И нам необходимо проделать много работы для того, чтобы Яромир начал говорить. Ему необходимо системная логопедическая помощь, системная помощь дефектолога, нейропсихолога. В случае Яромира требуется мультифункциональная бригада, да, которая будет работать над теми функциями, которые требуют восстановления. Это и восстановление речи, и мелкой моторики, и паттерна ходьбы. Сейчас Яромиру требуется генетическое обследование и лечение. Это обойдется 760 тысяч рублей. Помочь можем мы с вами, как помогли уже тысячам детей. Достаточно отправить смс со словом «дети» на номер 5542. Узнать больше можно на сайте нашей телерадиокомпании и Русфонда.